Шеф-повар отеля Сергей Санин своих гостей встречает пирогами и мясом. Простая, понятная, но красивая еда всегда привлекает людей и оставляет приятное впечатление. Вывод – гость вернется снова. Для гостиничного бизнеса довольные клиенты – основа работы. Чтобы не попасть впросак, повар пробует все на зубок. Повар, особенно шеф-повар, да и все, в принципе, они должны контролировать процесс. Вот от до я. Повар же это человек творческий. Как художник делает? Он сначала наброски делает, да, простым карандашом, а потом красками. Так же и мы сначала смотрим, пробуем, доводим до вкуса, а потом уже все, вот оно в результате. Антикризисная конференция на тему гостиничного бизнеса собрала и ательеров, и поставщиков услуг. Налаживание выгодных партнерских отношений во главе угла. Одним заработать, другим сэкономить, не ущемляя при этом права клиентов. Заходя в номер гостиничный, человек должен видеть уют и комфорт. Как бы это можно сделать, как вы говорите, белесым чистым постельным бельем, это можно сделать и цветным постельным бельем, но опять же это тоже будет зависеть от качества ткани. В отеле мебель, вот как я убедилась уже из своего профессионального опыта, должна быть профессиональной для того, чтобы она могла быть стрессоустойчивой, можно даже так сказать. Приезжают группы спортсменов, у них своя специфика с ростом и с весом, приезжают, бывают группы детей, у которых своя, артисты. Санитарно-гигиенические средства, униформа для персонала, белье и питание. В преддверии чемпионата мира по футболу все гостиницы Самары должны пройти тест и получить категорию, так называемые звездочки. Чем больше соблюдено правил и требований комиссии, тем выше будет класс отеля. Это и мебель, как я сказала уже, это комплектация индивидуальными средствами гигиены. То, что многие ательеры, например, не понимают, что нужен лосьон для тела. Но элементарно это мелочь, но она необходима в номерах высокой категории. Те же махровые салфетки, о которых у нас в Самаре некоторые впервые слышат. В Самаре на сегодняшний день больше полусотни гостиниц разного уровня, от элитных до эконом-класса. Каждая пройдет проверку на соответствие стандартам. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События.